буду сегодня пересаживать вот такую вот замученную сенсовьерию, которую мне подкинули на окно в подъезд. У кого-то она падала 100 раз, вся такая покореженная, листики бедные, все измученные. Но вот есть красивый молодой рост. Я его хочу поделить. Грунт тут был весь заплесневевший, в грибке. А потом после этого, как мне ее подкинули, она еще 100 раз переворачивалась, ее тыкали в этот грунт, пока меня не было. В общем, бедное растение, я хочу его поделить. Красивые листики отсадить отдельно в маленький горшочек и поставить на подоконник в подъезд и украсить уже наконец-то подоконник. К Новому году! Так что займусь. Ну вот, уже Новый год, январь месяц 2018 года. Спускаюсь к своему окну. Вот такие у меня горшочки. Декор незатейливый, новогодний. За окном слякоть, а на окошке Новый год. Так мы откосы расписывали с Алиной летом, чтобы как-то было поинтересней. Вот вручную мы это все расписывали. Ну, такие вот у меня горшочки. Елочка. Так что, да, мои владения полностью в моем распоряжении. Ну а вот сенсовьерия, которую я пересаживала, вот такая она уже красивая. Аккуратный вид имеет, в новом горшочке, в новом грунте. Ну а так выглядело окно летом, до всех наших манипуляций, декораций. Вот, и горшочков совсем мало было, только 3 штучки. Потом каждый норовил мне уже доставить какой-то свой горшочек из соседей. Ну, а вот с Алинкой мы уже поработали. И появились вот такие вот орнаменты на наших откосах. И окошко стало намного-намного интересней. Всем спасибо за внимание. С вами была Ирина. Всем пока-пока.